не сразу включается. Ну ничего, сейчас попробую. А вот сейчас пошло. Еще раз приветствую всех. Техника не всегда слушается. Сегодня я без ассистента. Хотелось бы обозначить, чем мы сегодня с вами будем заниматься. Вы знаете, как я уже обещал, обещал более, скажем, подробно разобраться, что же такое вообще адресный проект, о том мы все говорим, а адресный проект, а что это такое? Когда спрашиваешь, слушай, Иван Петрович, как ты понимаешь адресный, начинает рассказывать, полчаса рассказывает мне, это реальная история, да? Вот, и рассказывает несколько разных другой вещи, абсолютно никак не привязанной к технологии SkyWay. Спрашиваешь у Марии Петровны, которая говорит, что я не спрашиваю меня, я вообще в проектах не разбираюсь. Она говорит, ну проект что это такое? Ну это вот есть какая-то идея, ее надо воплотить и так далее. И вот поэтому мы сегодня, значит, будем работать таким образом, что я, скорее всего, сейчас свое, как бы, мое представление выключу и буду время от времени пользоваться различными атрибутами, которые в моем распоряжении здесь на площадке, да. Слышно меня, кстати? Давайте я спрошу вас, а то добрый вечер, все тут друг друга приветствуют. Слышно, дайте знать мне. О, спасибо, отлично, спасибо, Ольга из Владивостока. Владивосток быстрее всех мне ответил. Спасибо. Спасибо, спасибо, все. Значит, звук у нас идет, запись идет, все нормально, работаем дальше. И поэтому сегодня мы построим таким образом, что я буду отвечать на те вопросы, а их у меня вот тут накопилось, я их скопил, почти два, даже больше, чем две страницы машинописного текста. Я их из разных источников набрал. Вот, и начнем по ним работать. Когда у вас будут возникать вопросы, а, громче, сейчас, одну минуточку, сейчас я включу, так. Сейчас хорошо слышно, да? Достаточно, Андрей, Ангарск. Включите у себя, может быть, звук лучше, больше. Начало хрипеть. Ну вот, это плохо, что начало хрипеть. Тогда сейчас мы немножко посмотрим. А сейчас... Нормально. Очень громко. Так, да, сейчас. Ну вот у меня отрегулировано, я больше это не буду трогать. Иначе у меня тут начнется болтанка. Ладно. Иначе мы и будем все время регулировать. Постарайтесь у себя регулировать звуком. А я буду говорить не очень громко. Значит, таким образом пройдемся по этим вопросам. И все то, что интересно вам, будет сказано. Я для начала просто хочу сказать, еще прежде чем мы перейдем к адресным проектам, кто зашел чуть раньше сегодня на площадку нашего вебинара, видели видеоролик, где Анатолий Эдуардович рассказывает и подготовлены различные другие сцены. Но самая основная суть этого ролика в том, что есть возможность и идет работа в КБ над созданием личного или, скажем, индивидуального семейного юнибуса. И там очень интересно об этом обо всем говорится. Вот. И оказывается, такой юнибус будет стоить всего лишь только, условно говоря, около $1000. Так что это не так уж и невозможно. Я к этому вопросу еще вернусь, когда мы будем тут говорить. Есть один вопрос там как раз вот в представленных вопросах про линейные города. И тогда я более подробно, может быть, охарактеризую необходимость, возможность и актуальность наличия личного юнибуса. И где они более-менее или реально могут быть применены. Хотя, в принципе, они могут быть везде применяемы. Значит, теперь очень важный такой момент, друзья, что я имею просто свой, как бы, ну, это мой долг, как каждого из нас, начиная любую беседу с любым человеком, всегда спрашивать, а ты инвестировал уже в SkyWay? Ты уже поддержал зеленую технологию в экотехнопарке в Беларуси?
Поэтому я вам просто хочу сказать, что не забывайте, что на площадке Skyway Capital есть с 18 числа очень интересные и выгодные, хорошие, выгодные обоим сторонам, как мы и говорили, беседуя о доме Skyway, абсолютно лояльные пакеты для инвесторов. Поэтому, естественно, каждый взвешивает возможности свои, но, например, абсолютно, скажем, нормальный пакет, это пакет, когда можно инвестировать 2 месяца, каждый месяц по 50, потом принять решение, пойду дальше или не пойду. Дисконт будет не очень высокий, но, тем не менее, очень хороший, значительно лучше, чем в самом, в других пакетах. Дальше. То есть человек получает где-то порядка, не порядка, получает 10-15 тысяч акций или на 15 тысяч долларов. Инвестировал фактически 50-52 месяца по 50, это 100 долларов. Теперь наступает, он принимает решение, да, я пойду дальше. Все у него сохраняется, он идет дальше еще на 2 месяца. По 50 долларов проинвестировал, дальше получает, уже он получает 20 тысяч акций, то есть 1 к 200 на те же самые 100. И если его лояльность подготовлена, есть у него материальные возможности инвестировать это от своего семейного бюджета или от личного бюджета, то он делает это, идет на следующие последние 3 месяца и тогда получает уже 35 тысяч акций. То есть в общей сложности у него появляется возможность стать владельцем 65 тысяч акций. И проинвестировал всего только 300 долларов в конечном итоге. Причем дело это не в ущерб себе и так далее. Поэтому я рекомендую ознакомиться с этим. И самое главное, дорогие мои, одна из наших задач кооперации, сотрудничества, это передавать эту информацию другим. Тогда ваша совесть будет чиста, и кто-то когда-то в будущем вам не скажет, а почему же ты мне, Иван Петрович, или почему ты мне, Машенька, не сказала о такой возможности, какие у тебя были. Ты что, втихаря это все делала? Итак, давайте пойдем дальше. Вопросы. Самое главное, что нас всех интересует. Что такое адресные проекты, для чего они нужны? Абсолютно простой вопрос, да? Вы знаете, дело в том, что есть у меня формулировки различные, но самое-то интересное то, что это проект, как правило, адресный проект, вот этот термин, если говорить о терминах, он возник из идеи, что существуют различные транспортные технологии Skyway, или вернее, есть транспортная технология Skyway, но существуют различные виды транспорта. И вот применение и внедрение, привязка этих видов транспорта к конкретной местности, к конкретному месту, к конкретному решению какой-то задачи. Мы тут будем говорить, я приведу один пример, например, технического задания, которое есть взято мной за основу, оно очень красиво, хорошо показывает, как грузовую трассу собираются делать. Да? Вот. И поэтому адресный проект это есть конкретный проект транспортной системы. Но применительно дальше, пошли дальше, задаются здесь, есть дальше там вопрос, а может ли быть построение будущих поселений или линейного города адресный проект? Да, конечно, может быть. Но адресные проекты в таком случае становятся взаимосвязанными. И говоря уже, отвечая на тот вопрос, я более подробно потом скажу. Поэтому, повторюсь, адресный проект, например, есть такая формулировка, это проект транспортной системы нового поколения, создаваемый на основе технологии Skyway, применительно к конкретному месту, конкретной территории, привязки к конкретному месту, к решению конкретных задач, которые кому-то нужны. В противном случае адресный проект, то есть адрес нет. Если нет, кому посылать письмо, то адрес нечего писать. Поэтому и адресный проект. Значит, дальше. Что такое дом Skyway? Ну вот, видите, спасибо. Мы говорили о доме Skyway. Попросили сказать, значит, коротко. Ну, практически, вы знаете, я говорил, может быть, человек просто не слышал или пропустил, ведь естественно, что мы находимся на вебинаре после длительного трудового дня или во время трудового дня, в зависимости от того, в каком регионе этот вебинар идет, да.
в трансляции. И поэтому, естественно, что человек мог не заметить. Да, и, может быть, сама подача была не столь, скажем, основательная. Поэтому, на очень просто говоря, дом Skyway – это условная схема взаимосвязи и взаимозависимости различных элементов, которые позволят, поддерживая, как конструкции в доме, поддерживая друг друга, создать и реализовать технологию Skyway. В противном случае это просто будет идея, возродившаяся когда-то в голове Анатолия Эдуардовича, нашедшая целый ряд решений, патентов и так далее, что является естественным одним из условий, одним из помещений этого дома Skyway. А все остальное начинает реализовываться только через то, когда мы начинаем строить дом. То есть мы реализуем идею через те помещения, через те основные блоки, элементы, которые в доме Skyway. Чтобы образно это и лучше понимать. Вот, может быть, коротко столько о доме Skyway, иначе я начну опять рассказывать долго и нудно про дом Skyway. Хотя это очень важно, и это дает возможность нам, если возникают вопросы, обратитесь к дому Skyway. Неважно, какими словами вы для себя что-то объясните, посмотрите, эти все элементы в доме Skyway, они, скажем так, они нашли, не просто там возникли по мановению какого-то там щелчка Маслова, да, или еще кого-то. Это труд ни одного человека, мы вместе сидели, обсуждали и как бы комплектовали. И метод построения вот таких домов под какие-то идеи, реализацию идеи, под какую-то концепцию, очень, ну, он используется в мире, и здесь я не являюсь никаким там основоположником строения дома Skyway, я просто воспользовался технологией, которой пользуются в мире другие люди. И постарался со своими единомышленниками обрисовать дом Skyway. Вот коротко, может быть, про дом Skyway настолько. Как адресные проекты могут помочь сейчас технологии Skyway и почему важно ими сейчас заниматься? Хороший вопрос, спасибо. Значит, вы знаете, адресные проекты, почему именно, так, значит, почему важно ими сейчас, как адресные, потому что сейчас технологии. Вы знаете, сейчас адресные проекты прямо сразу помочь технологии сегодня не могут. С одной стороны. Но с другой стороны, вот давайте возьмем конкретный пример. Является ли, я задам вам вопрос, такой риторический вопрос, я сам на него отвечу, а каждый может себе сам ответить. Является ли сегодня, значит, строительство на экотехнопарке, который мы рассматривали с вами схему, да? Вот здесь, допустим, сейчас я вам сразу ее и покажу. Где она у нас там была? Вот, здесь, значит, является ли трассы, грузовой трассы, вот строительство этой трассы адресным проектом? Я скажу, что это да. Теперь, как этот адресный проект может быть? Ведь смотрите, поездка Анатолия Эдуардовича или подготовка поездки в ту же самую Австралию, о которой все наслышаны, по всей вероятности, да, о ней уже говорится, ну, несколько времени, сейчас идет подготовка, ведь она же может быть и повлиять на сертификацию. Каким образом? Потому что те проекты, которые рассматриваются и подготовлены в Австралии, они связаны таким образом с экотехнопарком, что финансирование на те пилотные проекты или на тот пилотный проект, с которого решатся там начать, он напрямую завязан именно вот с этой частью, с этим адресным проектом, в целом экотехнопарка и в целом с адресным проектом трассы, которая здесь есть. Она только трасса грузового транспорта может быть отдельным адресным проектом. Она таковой, по всей вероятности, будет, понимаете? Вот. Потому что тогда инвесторы точно будут знать в Австралии, что они инвестируют не в какой-то, значит, абстрактный или даже не абстрактный, а реальный экотехнопарк в Белоруссии, а четко ту трассу, от которой зависит реализация их проекта, пилотного проекта в Австралии, там на определенные километры, где там собираются это делать. Понимаете, да? Поэтому, с другой стороны, эти проекты могут помочь технологии, сейчас технологии Skyway, но вот именно такие адресные проекты. С другой стороны, те люди, которые уже начали
работать с адресными проектами, они тоже помогают технологии Skyway. Каким образом? Вот, например, я на своем конкретном примере в Таллине могу вам сказать, что подготавливая целый ряд вопросов, которые возникали в работе с так называемым условным или исходным заказчиком, или той компанией, которая была заинтересована и является заинтересованной в этом проекте, выяснился целый ряд интересных вопросов, о которых я сейчас не буду в деталях говорить, которые помогли, скажем, правильно и лучше настроить процесс подготовки аванпроекта. То есть, что такое аванпроект? Аванпроект – это та часть проекта на первой стадии, до предпроектной еще. Предпроектной стадии, помните, да, этапы, на которой описывается, скажем так, или дается описание основном проекта Skyway. Или же дается самые основные его, вот, видите, вот здесь вот, да? Это вот на этом этапе. Вот, первый этап заканчивается аванпроектом, как правило. Первый, второй этап даже. Предпроектное предложение, потому что они вместе с собой, между собой здесь соединены. Вот, и поэтому тоже, опять-таки, с адресным проектом связано. Поэтому нельзя так сказать, что и они не связаны, и поэтому ими надо заниматься. Вот это ответ есть на вопрос, почему важно ими сейчас заниматься. С другой стороны, вы знаете, когда возникнет уже, начнется сертификация этих трасс, транспортный, там, скоростной, городской, легкого транспорта, то, как я всегда выражаюсь, вода из-за плотины хлынет в долину. И очень трудно будет уже тогда попасть со своим адресным проектом. Тогда начинать, скажем, никогда не поздно. Но вы понимаете, тот, кто подготовлен, у того есть больше шансов вписаться со своим адресным проектом. Вы же представляете, какие могут быть, скажем так, ну, значительные очереди, не побоюсь этого слова. Может быть, это я просто прогнозирую, но по всей вероятности не все проекты сразу можно будет реализовать. Придется там что-то ждать и так далее, и так далее. Потому что ну, людей-то очень много нужно для того, чтобы это все реализовывалось. И поэтому ими сейчас имеет смысл заниматься. С одной стороны, с другой стороны, начиная заниматься адресным проектом, мы лучше сами проникаем, мы способствуем процессу инвестирования. Это такая взаимная поддержка. Поэтому ими в любом случае следует заниматься, имеет смысл заниматься. Возник также следующий вопрос. Процесс образования адресного проекта. Ну, это, значит, сейчас я покажу здесь вас, вам есть здесь у меня один момент. Так, дальше. Нулевой этап. Давайте посмотрим, что такое нулевой этап. Видите? Иначе мы все говорим нулевой этап. Вот видите, нулевой этап это практически исходное, начинается с исходного задания на разработку содержательности. Что такое содержательность? То есть имеет ли эта идея под собой почву или не имеет? Можно ли предположить сегодня при всей той информации, которая у инициаторов есть, что этот проект жизнеспособным будет? Что он кому-то, кроме их самих, еще нужен? Что это интересно и в экономическом смысле? И что этот проект можно инвестировать? Ведь после того, после какой-то точки в этом проекте или в этом этапе, мы же пойдем к кому? Мы пойдем с протянутой рукой к людям, к народу. А мы к нему не можем так пройти. Ребята, давайте положите свои деньги, а мы там посмотрим. Сложится, ну не сложилось, прощайте, ничего, ну вот не получилось. Понятно, да, что за этим стоит? Потому что народ, конечно, не придет к вам и не, скажем, не конфискует ничего. К тем инициаторам, да, как банк, но тем не менее, пардон, сам проект будет дискредитирован, поэтому содержательность, исходное задание на проработку содержательности, то есть описание самой идеи и какой эффект ожидается от этой, от предполагаемого проекта. Затем подготовка технического задания с описанием условий и задач на этапы от первого
От первого, да? От первого. Ну, куда у нас тут делось все? Все пропало куда-то. От первого, от нулевого, от первого до третьего включительно, и даже, как я говорю, половина от четвертого этапа. Поэтому техническое задание. Причем я вот сейчас вам зачитаю, либо это с головы трудно сказать, техническое задание. Где, что такое техническое задание? Вот для примера. Наименование объекта. Тот конкретное техническое задание, которое у меня есть, это строительство рельсострунной транспортной системы для транспортировки руд от места разработок месторождений до обогатительных установок, а также для транспортировки вторичных кварцитов от места рождения такого-то до площадок кучного выщелачивания. Понятно, да? Достаточно длинно, но очень объемно, емко сказано о том, что практически собираются делать. Это такой чисто грузовой вариант, да? Местонахождение объекта, территория, описание объекта, создание транспортной системы, позволяющей транспортировать добытые и дробленные до такой-то фракции полиметаллические руды до обогатительной фабрики, а вторичные кварциты там-то дроблен до размера еще мельче от месторождения до куч выщелачивания. Объем строительства. Здесь, как правило, описывается, и здесь тоже описано достаточно длинно, я не буду зачитывать, описывается, как правило, так называемая оценка, это первичная оценка объемов, сколько километров надо по или сколько метров надо построить, да, какие, значит, здания или какие-то сооружения надо там построить, допустим, накопительные и так далее. Если мы говорим, например, о какой-то перевозке грузов, которые раньше, ну вот, например, фурами, которые возились, да, то это, естественно, где-то надо ставить логистический пункт или пункт логистики. Я уже, наверное, говорил вам, что вот представьте себе, что один состав транспортный может вести вот типа технологии Skyway такой состав груза, в который поместилось бы 1000 фур. Представляете, да, что такое перевозить? Или хотя бы до 1000 фур, это требует очень сильной логистики. А это тоже есть целый ряд сооружений. Далее идет производительность комплекса. Это сколько там, если это привязано вот к этому проекту, техническому заданию, о котором я говорил или зачитывал отсюда, то это фактически сколько это месторождение, его как бы эффективность добычи в год, там, в смену, в месяц и так далее, описывается, как правило, да? Далее идет жизненный цикл проекта. Там, данный проект оценен теми, кто начинали, оценен в 20 лет. Транспортные трассы оцениваются, как правило, вот транспорт Юницкого, его транспортная структура, ее жизненный цикл 100 лет, понимаете, да? Я вот на этой неделе встречался с производителями, которые как бы начинают готовиться к тому, чтобы претендовать на получение в будущем, готовиться к тому, чтобы быть готовыми что-то производить для транспортных структур, да, те же самые плети, металлоконструкции и так далее. Выяснилась очень интересная история, что даже опоры, которые будут делаться, они должны краситься, чтобы они были от 50 до 100 лет, должны абсолютно специальным способом быть покрашены. Не говоря уже о сварке, когда используется сварка, да? Вот. И это, на это должны быть специальные лицензии, там должна быть специальная технологическая процедура и так далее. То есть этот процесс очень непростой. Но на этой стадии, скажем, длительность жизненного цикла такова, как она есть. Вот. Суммарный объем перевоза, который должен этот осуществить тогда. Далее, характеристика перевозимых грузов. Идет описание, что там, сколько, как, значит, каким способом они должны контейнироваться или же, значит, типа хоппер-дозаторов быть какие-то вагоны и так далее. Или эти, ну, перевоз, юнибусы.
Дальность перевозки этого, так, от скольки до скольки, там, с учетом, допустим, рельефа, местности и так далее. Вот. Далее климат района строительства. Вот, он описан здесь, среднее такое описание. Рельеф местности. В данном случае речь шла или идет о местности холмистой. Я просто как пример приведу. В основном холмистая, с перепадом высот на 1 километр до 700 метров. Понимаете, да, насколько это, мягко выражаясь, холмистая местность. Сейсмичность 9 баллов по шкале Рихтера, например. Условия ввода в эксплуатацию, там описывается, значит, сколько, что, в какой последовательности, что в первую очередь должно быть построено, чтобы не стоять и ждать что-то с конца построить и ждать, что сначала будет, чтобы процесс не страдал, технологический процесс добычи, переработки и так далее. И стадия проектирования, здесь описывается, значит, как технико-экономическое обоснование делается. Вот краткое описание одного из возможных технических заданий, да. Вот. Дальше. Подготовка, переходим вот здесь, подготовка исходных условий инвестиционной схемы проекта. Вот здесь исходные условия описываются, они подготавливаются, и все это представляется на инвестиционный совет. Кто? Тот же самый, те же самые инициаторы, которые или же, значит, инициируют вот этот проект, если это именно через эту схему подходит, да? А это может быть и уже инициатор вместе с заказчиком. Вот, инвестиционный совет делает свое заключение и утверждает техническое задание. Возникает тут дальше есть вопрос, а кто решает, где этот инвестиционный совет? Если вы помните, то, например, смотрите, здесь есть схема, я ее сейчас приведу, по-моему, должна быть сейчас, посмотрим. Так, здесь нету, так, есть. Поскольку всегда во всех будущих проектах Евразиан Rail Skyway Systems Holding вместе с, ну, там и Skyway Capital и RSV Systems, да, они всегда, или так называемая группа компаний Skyway, являются участниками. В зависимости от проекта, являются участниками всех будущих адресных проектов. Все равно, в какой точке мира он бы ни начинался. Поэтому в первую очередь они там являются участниками и являются таким образом, что если мы вернемся обратно к этой схеме, да, то смотрите, у нас, значит, в совет входит, естественно, как правило, Анатолий Эдуардович Юницкий. Вот. Ваш покорный слуга и так далее. Сейчас не буду называть, поскольку совет окончательно формально не утвержден. Поэтому это просто такие, ну, как бы, прикидки. Естественно, значит, Сергей Сибиряков и еще другие товарищи, которые, значит, будут. Обычно предполагается, что совет будет состоять 7-9 человек, не больше. Утверждается ТЗ и начинается дальше действие. Создание компании, инициирующей адресный проект и составление обоснований инвестиционной привлекательности проекта. У многих возникает сразу вопрос, друзья, а кто платить-то будет и где деньги, ЗИН? И вопрос тут и возникает, поэтому начиная нулевой этап, надо прорабатывать и так называемые условия, подготовка исходных условий инвестиционной схемы проекта. Видите здесь, да? Вот так, и такие дела, значит, сколько сейчас, дальше, значит, сколько сейчас имеется адресных проектов Skyway. И здесь, там были еще последующие вопросы разъяснительные. Есть ли адресные проекты, получившие одобрение инвестиционного совета, сколько таких адресных проектов, есть ли среди них адресные проекты, пришедшие ко второму этапу. Да, есть. Второй, даже уже третий, даже уже четвертый этап, сам адресный проект экотехнопарка, если честно говорить. Вот. Других адресных проектов пока нет, они все топчутся вокруг нулевого этапа. Вот, инициация адресных проектов, подготовка, проработка там, где-то там застряла на том, где делят проценты, не могут договориться о процентах,
вот, и так далее. То есть есть целый ряд таких. Поэтому отвечаю, что есть проекты. Сколько не беру сейчас четко утверждать, но где-то больше даже десятка есть проектов, которые на разных стадиях. Есть проекты, которые зависли с 2014 года и находятся в таком взвешенном состоянии, поскольку там есть вопросы, которые надо просто решить и идти дальше. Что-то там переделать и пойти дальше. Сколько адресных проектов на начальной стадии инициации? Я уже сказал, как быстро увеличивается количество адресных проектов и нужно ли увеличивать их количество. Нет, механически ничего не надо увеличивать, дорогие друзья. Вот, и поэтому, значит, просто адресными проектами, кто заинтересован, можно и нужно заниматься. Но тогда надо быть готовым, там, как я и говорил в прошлый раз, решить целый ряд вопросов для себя. Видите, пошаговая инструкция. Что тут надо делать? Для себя. Научись выявлять потенциального заказчика. Это надо собрать информацию и анализ провести ее, да? Дальше возникает вопрос, а значит, тут не шевелится. Вот. Научись составлять инициирующую презентацию заказчику. Ведь ну, на пальце же и только рассказывать про Skyway, этого немножко мало будет заказчику или будущему возможному, скажем, что тут греха таить, может быть, даже и инвестору. Но, скорее всего, это заказчик все-таки. Вот. Умей объяснить, зачем ему это нужно, почему именно Skyway. Понимаете? Ведь я тоже, например, опять приведу к конкретному своему примеру, пришел, в первую очередь посмотрел, что да, действительно, трамвайные и какие-то другие виды транспорта не решат там проблему для самих собственников и для тех, кто является арендаторами на этой территории. А Skyway это как раз десятку. Я объяснил, с одной стороны, преимущество Skyway, с другой стороны, что это дает самому собственнику, который должен бы там что-то сделать или какую-то другую вид транспорта поставить, да, трамвай, например, который они там рассматривали, и что это дает, насколько это удобней тем, кто будет пользоваться этим делом, да, вот. Проконсультируйся в центре консультаций. Вот, скажем так, могу вам сказать, что одним из, если не руководителем этого центра, буду являться я, значит, в ближайшем будущем. Найти союзников и партнеров. Найди. Представь заказчику предложение на проект после всего этого. Получи от него согласие на начало подготовительных действий. Начни действовать. Но опять вернись обратно и подумай, а где и за счет чего ты это будешь делать? Как ты найдешь финансирование? То есть мы возвращаемся к предыдущей схеме и смотрим. То есть подготовка исходных условий инвестиционной схемы проекта. То есть все дело, как всегда, крутится с другой стороны вокруг финансов. Потому что, например, буквально на этой неделе обсуждался, не буду говорить, какой и где проект, да, посередине города течет достаточно широкая река, есть островки, вот, есть интересные условия, но там возник. Все предпосылки есть, заинтересованы есть. Встал вопрос, как профинансировать. Вот сейчас все разошлись по домам, думают, как можно профинансировать, за счет чего, кого привлекая и так далее. Сейчас очень много, кстати, появилось других краудфандинговых платформ. Например, вот сегодня я в течение дня 2 раза на меня выходила информация из интернета в Эстонии. В Эстонии очень мощно стала себя пиарить одна платформа, но она работает больше на поддержку финансирования различных проектов конкретных предприятий, их развития, выхода на рынок и так далее. То есть деньги начинают работать. Что, кстати, любой такой проект тоже является адресным проектом для них или целевым проектом, правильнее так сказать. Вот. Сколько сейчас имеется, существует ли общая база данных по имеющимся адресным проектам Skyway? Если да, то где ее можно посмотреть? Если нет, пока нету. По всей вероятности, если совет решит, инвестиционный совет, то будет сделано, а я думаю, что будет, я не вижу там никаких противоречий, почему бы ее не могло быть. Там единственное, что некоторые, может быть, возможные заказчики не захотят, чтобы было везде все показано, тогда будет, соответственно, просто
представлено, скажем, то, что инкогнито, то будет инкогнито, а сам проект будет обозначен. Да? Вот. Вы будете в вебинарах нас знакомить с конкретными адресными проектами. А, вы будете в вебинарах нас знакомить с конкретными адресными проектами, когда это будет? Ну вот, значит, как только так сразу могу сказать вам, да? Дело в том, что, естественно, в ближайшее время, это февраль месяц, как я обещал, мы возьмем так называемый предполагаемый адресный проект и начнем его здесь потихонечку, шаг за шагом прокручивать. Я вам просто покажу, что, например, исходное задание, да, это там целый ряд есть вопросов, да я их уже обозначил, не буду сейчас вам тут бланки показывать. Вот, целый ряд вопросов надо прорабатывать, и это будет, по всей вероятности, многим интересно, потому что это можно будет примерить к конкретным своим делам. Дальше. И таким образом я просто могу сказать еще то, что, естественно, такую базу надо создать, и это даст возможность управлять этим процессом. Вы будете, будем разбирать несколько примеров. Коротко говоря, так. Дальше. Следующий вопрос. Чуть-чуть есть, да? Кто может быть инициатором адресного проекта? Могут ли несколько частных инвесторов Skyway Capital собраться в группу инициаторов и вести определенный адресный проект? Да, конечно, адресный проект. Да, конечно, могут. Если достаточно компетентны в вопросах адресных проектов. Если нет, то на это будет обучение, как я уже обещал. Подготовка ведется. Есть сейчас другие более приоритетные вещи, поэтому внимание отвлекается в первую очередь вектора внимания там. Но адресными проектами мы занимаемся и подготовка будет вестись. Потому что это есть дополнительная поддержка людей. И кто желает и способен, будут получать вплоть до сертификации для ведения адресных проектов, чтобы как бы пройти с проектом как можно дальше, вплоть до его реализации строительства трасс. Кому обращаться в Skyway с инициацией адресного проекта? Платная ли консультация в центре? Вот видите, он задает вопрос, что есть консультационный центр. Кому обращаться? Да, в первую очередь обращаться надо проще всего, чтобы не витало нигде это обращение, обращаться ко мне. Мои координаты у всех есть. Если нет, то можно будет ознакомиться в ближайшее же время. Будет у нас на сайте и Skyway Capital, и RSV Systems будут координаты. У нас совместная или как бы единая платформа по адресным проектам. И она единственная. Других не будет. Вот. Поэтому здесь это можно делать. Платная ли консультация в центре? Нет, первая консультация не платная, а дальше будем смотреть. Это просто есть различные предложения, окончательного решения пока нет. Это будет совет решать, что и как мы будем делать, но постараемся минимизировать возможные, скажем, затраты у людей, которые могут... Единственное, что если надо будет там какие-то основательные проработки делать, это, естественно, платное. И все остальные следующие работы будут только платными. После, до момента, пока не примет решение, как вы помните, да, пока технический совет или инвестиционный совет не примет, вот видите, тут инвестиционный совет, заключение, утверждение ТЗ. Вот до этого момента надо быть готовыми нести определенные расходы. Так, значит, к кому обращаться? Как закрепить за собой инициированный адресный проект? Ну, прежде чем его инициировать, там вопрос такой, что раньше, курица или же яйцо. Естественно, сначала должна быть идея, то есть должна проинициирована быть проект, как мы уже говорили, да. Но после этого, естественно, его закрепить. Проще всего, что этот процесс подготовки вот исходного...
Значит, закрался уже в сам вопрос, закрался ответ. Линейный город это есть, или линейное поселение, и линейный город это есть поселение или город, в который построен или привязан к конкретной транспортной линии. Вот, вы скажете, что ну тогда все города линейные, которые к железной дороге или еще куда-то пристроены. В принципе, да, в какой-то степени да. Но рассказывая ну, как бы в логике Skyway, здесь предполагается то, что транспортные системы, которые сейчас существуют, они не, как бы не позволяют решить всех проблем. И поэтому, скажем, да и города образовались несколько по другому принципу. Что это за город, линейный город Москва, например? Или что за линейный город Санкт-Петербург? Вот. Там, скажем так, линейности нет. Линейный город в понимании, который сейчас складывается, это линейный город, построенный в комплексе, или который вырастает и образуется в комплексе скоростной трасс, скоростных трасс каких-то, да? Вот. И поселение как таковое имеет смысл как раз, поселение линейное тоже будет именно таким образом вырисовываться на проекте. Поэтому сейчас таких реальных развивающихся проектов нет, есть только задумки. Различные задумки были по поводу, когда шла речь о дальневосточном проекте, да, Владивосток, и на территории, скажем, Дальневосточного федерального округа предполагалось сделать один 100-200-километровый пилотный проект. Вот. То там речь уже заходила об этом, но не более и не далее. Вот. Потому что транспортная самой большой проблемой для каждого поселения и города будет именно возможность транспортного решения. Можно, конечно, строить, где-то построить отдельно, вот тут дальше есть вопрос, я сейчас смотрел, есть, значит, что где-то можно ведь построить и потом туда провести трассу. Но тут возникает вопрос, что раньше, опять, как я уже говорил, то ли курица, то ли яйцо. Значит, ввести какую-то скоростную трассу или же городскую трассу к какому-то поселению, значит, да, можно, если это рационально. Но строительство новых поселений, новых городов, оно, скорее всего, будет привязано, я сегодня, ну, скажем, на 80% уверен, будет привязано к конкретным трассам будущего, то есть трассам Skyway. И в этой логике они абсолютно иначе начинают экономически просматривать. Вот посмотрите, когда мы работали над одним проектом, это 2010-2012 год в Калининградской области, да, я уже, наверное, говорил, там была идея, она и по сей есть еще и по сегодняшний день. В Калининграде в свое время была построена теплотец, только первая очередь. Их должно было там несколько быть, да, которые выпускали бы тепло и электричество. Но остальные так и не реализовались. И встал вопрос, что надо бы построить еще 5 ТЭЦ на территории. Для этого предпосылки там были, есть. Вот. И встал вопрос, а где же, значит, людей расселять, которые будут там работать, чтобы не ездить на работу и так далее. И тогда встал вопрос поселения, постройки поселения где-то до 600 человек. Вот. Но встал вопрос, а как транспортировать опять-таки оттуда? Все равно опять надо разъезжаться. Ну и в конечном итоге это все дело тему закрыли тем, что будет строиться атомная электростанция. Это было постановление президента. Но ВОЗ пока и поныне там. Но основным элементом был, там потом выстраивалось, что надо было строить еще поселения современного типа, привязанные к этой отрасли. И транспортная проблема оказывалась самой мощной, нерешаемой теми путями, которые старые дороги есть в Калининградской области, и железнодорожные ветки, которые там еще были построены в свое время немцами. Вот. Поэтому это вопрос жизни, архиважный для жизни деятельности поселений. И как я еще уже говорил, что привязывать всегда надо к поселениям или к трассе конкретной. Так. И последний вопрос, у нас время уже истекает. Значит, можно ли инициировать линейное поселение в качестве адресного? Да, конечно, можно. Потому что линейное поселение или линейный город, он сразу же можно будет их инициировать
как только будет принято решение построить трассу, ну, например, Санкт-Петербург, я не знаю, там, Самара или Санкт-Петербург, Нижний Новгород и так далее. Сразу же все, открывается мощный спектр возможных решений в этом плане. Это все муниципалитеты могут туда подвязываться и так далее. То есть, но надо смотреть, как идет рационально трасса, ибо она примарна в этом случае. Вот тут вот человек еще задал. Например, есть огромный участок земли во Владимирской области, чистой экологии и уже имеющимся фермерским хозяйством. Да, но там в этом случае, где можно построить поселок и так далее, и так далее. Ну да, но там надо смотреть, значит, пройдет ли там трасса или нет. Но вопрос в том, что, естественно, не обязательно скоростная трасса. Вообще-то может быть и городская трасса привязана. Вот, это так называемые радиальные или отходящие от скоростной трассы трассы. И почему бы ей оттуда не пройти? Но надо конкретно смотреть на конкретной местности, что и как будет где проходить. Есть ли тут еще у вас вопросы? Только яблони, виноград с дынями. Так, Владимир, скажите, запись будет? Да, запись ведется, дорогие друзья. Есть у вас еще вопросы, я готов на них ответить, потому что дальше тут есть еще вопросы, которые сейчас я не буду уже поднимать, она потребует времени, и я не уложусь во времени. Так, есть вопросы? Пишите. Пока нету. Так, и таким образом, дорогие друзья, запись сегодняшнего вебинара будет. Я тогда, с вашего позволения, заканчиваю сегодняшний вебинар. Да? Вот, желаю всем удачного завершения недели и успехов в поиске и понимании разных адресных скайпов. Можно ваш скайп? Скайп, да, пардон, сейчас я его вам покажу, извиняюсь. Так, сейчас я выставлю вам. Вот, стоп, пардон. Вот мой скайп. Вопросы на мой mail. И я тех, кто в скайп входит, автоматом подключаю к чату целевые проекты SkyWay. Чтобы вы знали, чтобы для вас новости не было. Кто не желает, потом скажет, я могу вас вывести из этого. Так, больше нет вопросов. Есть ли привязанная трасса Санкт-Петербурга? Нет, нету привязанной трассы. Есть разные варианты прокладки. Это обычная линия, как Петр I прокладывал линию Санкт-Петербург-Москва. Вот там у него был крючок один, где он палец поставил. Примерно так же линейкой, но более корректно делали инженеры. Проводили так называемые возможные трассы. Конкретной трассы нет. Все, благодарю вас еще раз тоже всех и до следующей встречи, которая будет через неделю в четверг, в то же самое время. В ближайшее время мы будем на площадке вместе с Сергеем Сибиряковым. Сначала он придет и расскажет о некоторых вещах, а потом я буду у них в вебинаре. Это все начнется со следующего месяца. Итак, спасибо. До встречи. Всего доброго.